Только самые лучшие зрители на всей планете успеют поставить лайк за 3 секунды. Всем здорова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в игрушку под названием Happy Wheels. Ну что ж, сегодня у нас будет много классных, интересных и фановых уровней, я надеюсь, видосик вам понравится. Итак, первое, с чего мы начнем, тролль левел. И сейчас нас будут дурить, ребят, сейчас нас будут обманывать и всячески над нами издеваться. Ну что ж, давайте проходить, я надеюсь, вы успели поставить лайкусик за 3 секунды, заранее вам огромное спасибо. Воу, нифига себе, сразу же, ребят, уже между финишем, да, и нами была пропасть, и мы упали. Итак, вин и смерть. Победа и смерть, ребят. Куда ехать, непонятно. Ну ладно, давайте попробуем поехать прямо. Вдруг это тролль, знаете, ну типа автор-обманщик. Автор-перекалист. Короче, все надо было правильно ехать, ребят. Надо было ехать в вин. Вот автор сказал вин там, значит, надо было туда ехать. Но я думал, он нас обманывает. Это же тролль уровень, ребят. Все понятно. Ладно, погнали, попробуем здесь. Хоп. Блин, нужно быть начеку, ребят. Спайкран. Ай. Ага. Опять обманка. Все понятно, ребят. И здесь нас троллят. И там нас троллят. И тут, и там. Да, ладно, короче, ребят, я понял. Здесь разгоняться на этом уровне вообще нельзя, потому что любое действие, любое движение неправильное. И все, ребят. И мы сразу же умираем. И это очень обидно. Оп. Малой отлетел, ребят. Малой понял, что ему с нами не по пути. Ну, ладненько, хорошо. Так, аккуратно. Так, где я сдох, ребят? Где-то подальше, да, горка? Ой, а, вот тут. Так, хорошо. Финиш? Ага, понятно. А вот здесь? А, здесь уже финиш. Вот такой вот первый уровень на сегодня. 5 звездочек, и погнали к следующему. А здесь уровень под названием Can You Win? Сможешь ли ты победить? Ну что ж, ребят, давайте попробуем. Итак, погнали. Изи? А, нет. Ничего я не прошел, ребят. Просто нифигашеньки. Ладно, давайте еще разочек. Хоп. Изи. Угу. Реально, ребят, а кто может это пройти? Какой киборг вообще на такое способен? Я. Я на такое способен. Нет, я застыл. Как? Вот я дурак. Я жив, видите? Но все, ребят, ничего не смогу сделать. Ладно, ребят, смотрите тактику. Оп, выжил. Все. И теперь можно прыгать. Это легко, друзья. Я сразу до этого додумался, что надо просто отрикошетить. Но что-то не получалось у меня. Ладно, давайте, погнали. Оп, вот сюда. Оп. Все. Гений овершоу прошел. Неплохо, ребят. Ладненько, вот такой вот классный уровень. Погнали к следующему. Так, а здесь у нас что-то сломанные стены, либо нам придется ломать вместе с вами стены. Ну, сейчас посмотрим. Ну-ка. О, да! Стеночки разлетаются просто на мелкие кусочки частицы. Слушайте, интересно. Вау, что это за глаз, ребят? Что там за наркомания? Что это такое? Ой, это реально глаза. Что? Что это такое, ребят? Понятно, кто-то слишком долго сидел на карантине и просто сошел с ума, правильно? Наверное, так оно и есть. Ладно, приезжаем, ребят, прикольный уровень. И вот так вот он заканчивается. Прикольно, клево, четко. Погнали, посмотрим на следующий уровень. А здесь нам нужно прожить 10 секунд, ребят. Пока что живу, ну, изи, 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 изи. Живем, 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 живем. Все, умер. Умер. Ладно, пробуем еще раз. Голову мне отломали просто в предыдущий раз. А в этот раз тоже. Тут главное головой вперед, ребятки, не летать. Правильно, два раза мы уже вот сдохли из-за того, что я головой вперед летал. А вот так, а вот здесь. Ну, ну, финиш. Угу. Ладно, ребят, там не считалось. Пробуем с этой попытки выжить. О, лайфхаками, лайфхаками живем и выжил, выжил. Ну, да, живой, друзья, с головой целый невредимый. Вот это безумие настоящее. Ну и погнали, попробуем пройти роуп свинг. Я вот так красиво зацепил. Ладно, пробуем, ребят, нормально пройти его. А тут, да что-то я отцепился, думал, долетим, ребята, что-то не долетели, к сожалению. Но окей, вот с этой попытки, ребят, я вам обещаю, смотрите, мы проходим. Оп. Ну, поехали. Поехали. Мячик, футбол. Оба. Гол. Гол, 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 гол. Вау, нифига, как интересно, красиво, слушайте. Ну, прикольно, ребят, роб-свинг, действительно интересненький такой. Вау, это еще не все, я думал, уже на финиш летим. Но нет, а, да. Ну, примерно я был прав, друзья. Ладненько, погнали, посмотрим, что я приготовил для вас еще такого интересного. А приготовил я для вас какую-то, ребята, войнушку. Мы на машине едем против пацанят. Ну-ка, а стрелять мы вообще умеем?
Вау, ну, стрелять, походу, не умеем, но умеем переезжать, ребят, машинкой. Слушайте, прикольно. Вау, там настоящая война, ребят, войнушка. Вау, это был поезд или это был самолет? Вай, что произошло, ребят, я вышку сломал. Так, стоп, давайте назад. Назад. Так, ребят, срочно, важная информация. Это поезд или самолет? Так, это поезд, ребят. Это был поезд, все понятно. Ну и вышечку мы тут сломали. Тут что-то вообще все с ума сходит. Там продолжение этого самолета. Бам! Капец, ребят, у меня мощная машинка. Вот это класс. Ставьте лайк, если хотели бы себе такую тачку. Ну и погнали дальше. А здесь финал босс, ребят. То есть все. Так. Ты думал, что так просто пройдешь меня? Смерть, умри. Ну ладно. Ага. Че ты думал, Санта? Что я такой нубасик? Ну-ка, ребят, ему на вжбан. Ух ты, как откинул. Ничего себе. Ой. А, кидает подарками-бомбами. Ага, значит, будем кидаться подарками-бомбами, Санта? Понятно. Давай, я сейчас как тебя... Смотрите, ребят, на в него тоже малого. Ага, вот так вот, Санта, я тоже кидаться умею. Блин, только малого убил зря, ребят, на самом деле. Теперь будет нам мешаться тут лежать. Так, давайте атакуем. И погнали вперед. Тут сейчас будет подарок лететь. Ладно, не попал. Ой. Попал. Ладно, короче, ребят, с этой попытки попробуем пройти. Я уже выучил, блин, куда этот Санта бьет. Только вот сейчас подарочки полетят, надо куда-нибудь вперед. О, увернулся. Вот, неплохо. А, там еще один, ребят. На тебе, Санта. Хорошо, а тут-то что делать? Ой, вперед. Так, вперед. Еще вперед. Ой, аккуратно. Офигеть, ребят, слушайте, вот это жестко, конечно. Ран, успел. От мармеладки, ребят, от карамельки уехал. Так, а здесь? Ага. Стоим. Стоим. И все, что, финальный, ребят, удар. Бам. А, нет, не финальный. Или финальный? Не понял, он умер? Да! Ну, бас, Санта, на тебе, на, по голове ему, ребят, давай. На! Покатаемся по нему, ребят. На! Уничтожили мы Санту, и вот он, ребят. Эй! Вот он финиш. Ага. Ну что ж, такой вот классный, друзья, уровень. 5 звездочек и погнали к следующему. Так, здесь у нас 99% impossible. Дед. Не знаю, что значит дед. Вот, дед. Или дед. Ладно, пробуем пройти. Воу. Здравствуйте, голова почти долетела до финиша. Ну уже неплохо, ребят. Уже неплохо. Опа. Вот так вот, с кайфом. Отлично, 5 звездочек и идем дальше. А тут у нас кровавый дом, что-то типа такого, ребят. И что, нам нужно выбраться? Так, я нашел топор, я тут разбил что-то, я проехал дальше. Воу, пацаны, что с вами случилось? По-моему, здесь орудует маньяк, ребят, какой-то, если честно. Так, ключ я нашел. А, обратно, вон он, маньяк, ребят. Обратно, быстрее, пока мы живы. Где дверь? Все, выбрался. Выбрался, ребят, из дома маньяка, неплохо. Так, а здесь нам нужно убить нашего босса. Вон он, наш босс стоит, там какой-то еще призрак. И мы берем вот так арбалет, ребят. И, наверное, целимся в нашего босса. На тебе, босс. Понятно. Ну что, ребят, попробуем преодолеть Bottle Run. Поехали! Я давно, ребят, на Bottle Run'ах не умирал. Да, давно этого не было, и вот опять. Ладно, ребят, ну короче, это сложный какой-то Bottle Run. Вам так не кажется? Так вообще, чё? Какой? Вообще, как так тяжело? Ладно, во, идеальный баланс поймал. Идеальный, все, ребят, сейчас пройдем. Идеальный баланс. Крути педали, пока не дали. С кайфом, ребятки, с кайфом. Так, а здесь мы кидаем людьми, ребят. Смотрите, human throw, и нам нужно попасть вот сюда. С первого, бам! Эй, не понял. Я ж попал. Во, ребят, серьезно, а куда мы? В чудную страну, ребят, мы падаем или куда? Ой-ой-ой, самое главное, чтобы мы живы были. А, упали в чудную страну, и вон там людишки к нам обратно. Неплохо, прикольно, оригинально, идем дальше. Ну и Pogo Fighting. Полетели, попробуем пройти, ребята, Pogo Fight. Оп, нифига я тут раздаю, ребят. Нифига я просто раздаю всем по головам, нифига я щедрый. Так, а что тут у нас пир? Не понял, почему, блин, без меня? Почему тут кушают и без меня? На, баба, тебе на в голову. Так, ладно. Ой, нифига там босс. А, угу. Ага, это был пранк, да? А здесь минное поле, ребят, сейчас попробуем преодолеть. Перелетел минное поле.
и перелетел финиш. Но только я на такое способен. Да, вот это угар. Вот это угар. С первого раза, ребят, все прошел, все преодолел. И босса прошел, блин, и минное поле. И все, ребят, и понимаете, и финиш перелетел, но бывает. Ой. Вот это я создаю на ровном месте сам себе приключение, ребят. Просто угарчик, да? Оп, тихо. О, нифига, как я клево, да, ребят, сделал. Вообще шикарно. Ладно, погнали. Здесь мы перелетели. Пацана. Так, тут пир на весь мир, его мы перелетаем. И вот здесь опять, ребят, босс. Ага, тут босс, а дальше минное поле. А, да блин, я забываю, что это фейк. Я дурак вообще. Бам. Эть, фух. Ну и все, и вот так. Ну не перелетел же, нормально. Классный погофайт, четкий, прикольный, но это еще не все. Здесь у нас способы смерти. Сейчас ты... Хере, waste to die. Ладно, поехали. Четвертый waste to die какой-то. Итак, у нас тут golden. А он нашел золото, но его убил золотой шарик, ребят. Вот так вот. Иногда хочешь заработать денег, ищешь золото, а потом тебя это же дело и убивает. Так, а здесь не та кнопка. Перепутал кнопку, game over и сдох. Понятно, там сдохли все ребятки. Так, у нас тут что? Build blind killed. Так, что тут? Воу, неплохо, ребят. Неплохо. Так, здесь у нас... Отойди от машины. Это моя машина. Нет, это моя. Нет, это моя. Бам! И убил. О, а это лучший отец, ребят, в мире. Написано PewDiePie, но это, мне кажется, лучший отец в мире. Сынок, хочешь, типа, покайфовать? Я тебя запущу в воздух. Хорошо, пап, давай. А, нет, пап, я не хочу, я тебя люблю. Бам! И все, и малого просто на мелкие кусочки пошинковали, ребят. Вот это да. Так. Ну, я думаю, ребят, к хорошему это ничего не приведет. Никуда. Что у них тут? Хелп. Минус голову. И третья голова. Бам! Жестко, ребят. Это было очень жестко, это было очень прикольно. Ну что ж, вот такой вот видосик у меня получился. Я надеюсь, вам все понравилось. Обязательно, ребят, подписывайтесь на канал, называйте про лайки, про колокольчики и про положительные комментарии. Пишите, какой уровень вам понравился больше всего. Ну а с вами по-прежнему был Овер. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока!